Добрый день, коллеги-диагносты. У меня для вас сегодня вопрос с закавыкой. Как вы думаете, какова взаимосвязь между нашим с вами заработком и мировыми ценами на уголь? Далеко ходить причем не надо, не нужно думать о том, что дорожают чипы через дорожание энергоресурсов во всем мире. Все очень банально и просто. Вызов на замену защелки в Мерседесе В204. Приезжаю я счастливый к клиенту, действие уже отработано, подкидываем защелку, подкидываем прибор, запускаем программу для калькуляции пароля и генерации файла для защелки. А программа мне говорит: вы, конечно, меня извините, но у нас тут в Китае веерное отключение света, поэтому сможете вы свой пароль почитать. Ну, это часов через 12. Приносим свои изменения. Вот такова великая сила глобальной экономики, глобальных знаний, глобальных умений. Когда всем миром ты можешь покорять космические дали, а сам по себе ты практически ничего не стоишь. Ужасно. Страшные времена.